Мы пропустили все это и через иголки и две концы нитки завязываем. Вот завязали две концы нитки. И у нас получился кружочек. Вот уже заготовил. Из 100 листьев винограда получилось у меня 3 колечки. Уже заготовил морковь тоже. Готовую уже нарезал. И нарезал лук. Все, она уже у меня готова. Пора начинать плов. Нам еще для плова нужен 100 грамм гороха, вот горох, и 10 яичек перепелина. Перепелину и яйцо мы варим обычно, как яйца обычные варятся на воде, 10 минут. Вот. Залил на казан 250 граммов баранины масла и ждем, пока нагреется масло. Масло нагрелся. В первую очередь в казан накладываем лук. Берем масло и перемешиваем. Теперь в вторую очередь накладываем казан мяса. И жир баранины. Перемешиваем. Все это, пока лук не покраснеет. Все. Это перемешиваем, чтобы лук пока не красный, оно белое, как красный становится лук. Мы туда добавляем другие ингредиенты. Горох добавим. Пока перемешиваем. Надо перемешивать с краев. Вот. Лука теперь совсем другой вид. Немножко она уже красная. Теперь надо добавлять сюда морковь. Добавляем морковь. Это тоже перемешиваем. Также морковь тоже перемешиваем 3-5 минут. Лук можно готовить на костре, на электрической плите,